Всем привет, кто сейчас смотрит этот видеоролик. Вы находитесь на канале nicebike.ru. И сегодня, 6 декабря 2021 года, будет распаковка и демонстрация работы велосипедного фонаря от компании Moon. Это MDG-1300. Модель сама говорит за себя, на 1300 люмен. Идет вот в таком кейсе. Это полный комплект для хранения, транспортировки. Ну и, что актуально, эту вещь можно подарить. По стоимости эта велосипедная фара стоит 16690 рублей. И хотелось бы вам продемонстрировать, почему эта вещь столько стоит и почему ее нужно приобрести тем, кому это необходимо. Значит, недолго думая, распаковываем кейс. Вот так этот набор, комплект выглядит. И давайте знакомиться, что тут внутри. Ну, прежде всего, это голова на два глаза, о ней поподробнее потом. Есть большой аккумулятор. По емкости здесь достаточно много, 3300 миллиампер час. Есть световая индикация события, он сейчас разряжен, но все равно какое-то время проработает. Есть зарядный провод достаточно длинный, чуть больше метра. Есть нашлемное крепление. Дополнительно есть, если хотите, есть наклеечки. Есть инструкция. Брошюрка. Есть тряпочка для протирки. Есть крепление именно для самого аккумулятора. Есть крепление на руль фары, если хотите на руль поставить. Есть удлинитель, если вы кабель, если вы собираетесь установить где-то блок питания где-то на раме, возможно. И выносная тактическая кнопка. Все, кейс пустой. Давайте перейдем более подробно. Значит, голова. На голове есть кнопка включения. Есть разъем. Маленький разъем для подключения тактической кнопки. Пока оставлю ее здесь. Кнопочка также крепится на липучке. Можно переключать. А у головы, помимо кнопки включения, вы можете, так как видите, да, можно повернуть угол. Можно один глаз сюда, второй сюда. Все это выполнено в авиационном алюминии. С порошковым покрытием. Прям маленький такой компактный фонарь, но светит достаточно хорошо. Если вы хотите его установить на шлем, вы берете нашлемное крепление, устанавливаете на липучке вот сюда, сверху крепите фару в определенном положении. Тут есть такой шпенек, штырек, и крепите ее либо сюда, либо можете закрепить ее на руль. Крепление является также поворотным. Крепление пластиковое. Если крепление сломаете, есть отдельно крепление на резинке. Оно тоже подходит под это крепление фонарей. Они также есть у меня на сайте. Если вам нужно удлинить, вы можете провод удлинить. И сам непосредственно поставить где-то подальше. Значит, здесь имеется два разъема. Разъем для зарядки. И вы можете также использовать этот аккумулятор как пауэрбанк, если вам нужно что-то подзарядить. Вставляем. Показывает индикация, что есть какое-то количество заряда. На фонаре загорается голубеньким индикация, что есть подключение. При однократном нажатии вы включаете фонарь. Ну, фонарь светит ярко. Я думаю, что вы меня не видите. Однократное нажатие переключает фонарь в режимы. Ну, давайте я на стене покажу. Раз, два, три. Раз, два, три. Двойное нажатие переключает режим стробоскоп, ну и в разные вариации
мерцающий режим. По весу все, что это, все, вот весь этот комплект весит на весах, получается 380 грамм. И если вы куда-то выводите свою тактическую кнопку, то можно переключить тактической кнопкой также режим. Двойное нажатие постоянного свечения, однократно переключаете режимы. Двукратное нажатие, вы переключаете режим мерцающий. Фонарь достаточно яркий, мощный, но вот начинает мигать зарядка, ну, световая индикация событий есть о том, что батарейка садится. Здесь батарейка на единичке. Если, ну, это краткий обзор, да, еще раз говорю. Если вас интересуют какие-то подробные характеристики, чтобы здесь видео не проговаривать, вы можете всегда зайти под видео. На всех моих роликах под видео есть ссылка, вы можете перейти в карточку товара, посмотреть, будут дополнительные фотографии, будет описание, что немаловажно, есть технические характеристики. И вы всегда можете подчеркнуть что-то для себя новое. Если интересно, вы можете добавить сравнение до 4 видов товара, их сравнить, выбрать для себя интересующие. Но эта фара покупается не часто, так как стоимость изделия, ну, достаточно велика. Это не самая дорогая фара, которая у меня была в продаже в магазине. Есть и фары Люпин, там также есть видео обзор на эту фару. Фара стоит что-то порядка $1000. Ну, там вообще космос. Здесь маленький компактный фонарь с отводом тепла. И достаточно надежная, прочная, долговечная. Ну, эпитетов много можно привести. Фонарь служит на все свои деньги и прослужит вам года. Поэтому, если есть желание, переходите по видео по ссылочке, изучайте ассортимент магазина. Если есть желание, вы можете всегда подписаться на канал. Кликнув на колокольчик, вы никогда не пропустите свежие видео. И буду рад вас видеть в числе подписчиков на своем канале. Все, на этом 8 минут видео закончились. Всем пока и до скорой встречи.